Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение Fallout Shelter. Так, давайте, как обычно, начнем нашу серию со сбора всех ресурсов. У нас тут ребята прокачивали, житель новый пришел. Это хорошо, что пришел житель, да? У нас там вон еще двое вернулись с поисков предметов, вроде как. Да, так, все, все прокачались, все. Так, давайте. Так, ну, такое себе. Ну, собираем, собираем. Так, и у нас пришел какой-то дедулька. Так, дедульку мы отправим на... Отправим на выносливость. Начнем дедков отправлять на выносливость. Так, этих пока что здесь поставим, потому что... Как обычно, когда мы только начинаем серию, на нас кто-то хочет напасть. Так, подлечим их, спасем от радиации. И надо на харизму тебя, деваха, отправить, чтобы ты себя подкачала. Так, а у тебя? А у тебя ловкость. Так, один, значит, идет на ловкость. Так, а другая... Опа, кто тут? Так, а ты идешь вниз. Успеет она, интересно? Так, я надеюсь, что она успеет, потому что мне бы это очень сильно хотелось. Так, тут автоматами сражаются. Может, у нас еще что покруче есть? Да, есть. У нас есть меч. Опа, он убежал. Че? А, его убили. Быстренько, быстренько. Так. Котейка идет на харизму. Так, харизма у нас вроде вот здесь где-то. А, вот харизма. Так, там, кстати, у нас что по харизме у девчонки? Так, 4. Так, здесь что у нас по интеллекту? По интеллекту у нас 4 и 3. Хм, ладно. Так, здесь. А здесь харизма. Харизма 5 уже. Ну, в принципе, давайте ей удачу на 3 прибавим. И можно ее отправлять в комнату. Так, здесь что? О, здесь Дедан без пушки. Дедан без пушки. Дедан без пушки. Мы ему обрез дадим. Так. Мы где-то здесь со скорпионами сражались. Вроде в этой комнате. Да, точно в этой комнате. Так, надо вернуть назад автомат. Потому что... Я не планирую давать этим ребятам легендарное оружие. Потому что это они, а где они, где легендарное оружие. Так, вот это надо все продать. Заработаем денежек немножко. Потому что это все хлам сплошной. Блин, слушайте, стволов-то много. А, да, я не на запись немного почистил склад. У меня он теперь под 300 с чем-то вещей. Так, это мы все продаем. Да уж. Хлам так хлам. Ладно, сейчас мы допродаем вот до сюда. Это мы все оставляем. Да, 348 у меня вещей. Но я же еще нашел сейчас этот, как его, хлам всякий. Так, 192 из 240. Плазменные винтовки. Давайте посмотрим пока что, что из себя плазменная винтовка представляет. Это винтовка Гаусса. Так, может, здесь есть у кого-нибудь плазменная винтовка? Ну, чтобы не понимать, что я вообще должен дать жителям, что я там найти должен. Нет, это карабин института. Так, может быть, здесь? Блин, нет, странно. Здесь... А, вот она, наверное, да? Лазерное ружье. Блин, а... Плазменная винтовка тогда что? Это ржавое лазерное ружье. Это лазерный пистолет. Та... О, таинственный незнакомец где-то. Вот он. 255 крышек. Ладно, давайте начнем с заданий. У нас сегодня их 3. А, так, по его следу. Вынос мусора и аква-ядер-кола. Начнем с ядер-колы. Там у нас присутствует костюмчик. Легендарный, топовый. Сейчас мы его затестим. Зачистить лагерь рейдеров. Ну... Небольшой лагерь, быстро справимся. 3 задания за серию спокойно будет.
карабин института, гранатомет и пушка Гаусса. Так, а вот и рейдеры с легендарными стволами, да? Серьезные парнишки. Но, слушайте, парень в костюме немного лажает. Ему восприятие надо поднять и силу с удачей, и интеллектом. Блин, слушайте, он реально нубяра в этом деле. Так, ну ладно, он у нас сражается хорошо, поэтому проблем не будет. Так, лазерное ружье, я надеюсь это. Я ведь прав, что это лазерное ружье? Так. Лазерное ружье. А. Короче, ладно. Они вернутся. Раз, два, три, четыре этажа всего. Пять этажей всего здания. Они вернутся с задания, и мы попробуем дать вот это оружие, лазерное ружье. Если прокатит, то у нас их много. Просто заберем их у остальных и будем выдавать потихоньку. Так. На одного сначала. Плюс гранатомета в том, что когда атакуешь одного, атакуют всех. Все, остался один рейдер. Это задание простенькое, мне чисто его выполнить хотелось побыстрее. Так, шкура брамина. Так, кстати, я узнал, что Йогай — это медведи. Так, 48-й, 49-й, 49-й. Сегодня, может, даже 50-й уровень девчонка апнет. Но не факт. Все зависит от количества рейдеров. И тут вон всего чуть-чуть. Так, давайте начнем сразу с одного рейдера. Так, секундочку, друзья. Так, продолжаем. Мне тут звонком, блин, отвлекли. Рейдеров мы, конечно же, благополучно убили. С них выпали крышки. О, род тараканы. А я думал, это чисто рейдерская тема. Ну, то есть, чисто рейдеров только убивать. А тут, оказывается, род тараканы. Ну да ладно, в принципе. Не так уж и они страшны, эти картокрысы. Да, в четвертом Fallout они более стрёмно выглядят. Так, медведь, пистолет. Так, ну, так себе вещи, да? Мне главное 49-й апнуть. Точнее, 50-й, той девчонкой. Так, еще три рейдера. И, не, кстати, ни одного босса. Давайте множим урона, убьем их. Нескольких. Ну, точнее, двоих. Так. Стимулятор надо использовать. Как-никак мы их собираем. Они же нам для чего-то нужны. Так. Стоп. О, смотрите. Стимуляторы. О, втрое сложенный флаг. Зачисть лагерь рейдеров. Слушайте, нам один лагерь рейдеров остался, и все. Но это не они. Нет. Эти рейдеры будут вот тут наверху, я уверен. Потому что слишком уж как-то легко. Вам это не кажется? Три рейдера всего. Там они обычно по четыре. Я надеюсь, что там будет босс. Я очень сильно на это надеюсь. Потому что если его там не будет, это будет очень печально. Глупо как-то без босса. Ну и маловато опыта. С боссом, само собой, больше опыта. Как-никак боссы. Так, вот еще три рейдера. Блин, у них мечи. Они, кстати, классные вообще. Так, стоп. Надеюсь, это гранатомет. Да, супер. Прелесть этого гранатомета, когда он стреляет вот так, на множителе, он вышибает по всем максимальный урон. Так, еще крышек немножко. Так, и последний лагерь здесь. О, вот они, с боссом, слава богу. Вы работаете на этих мокрых психов из офиса Волтек? Если вы такие же тряпки, как они, мы вас одной левой уложим. А-а, постебал нас, типа, да? Ну, зря ты так с нами. Мы не такие тряпки, как эти нищеброды из Волтек. Блин, если сейчас у нас гранаты кинет, это будет печально. Ну, хотя у нас куча стимуляторов, да? 26 штук. О! Трехкратный урон. Готов! Давайте еще один множитель используем. Пятикратный. Ланчбокс. Да, мы пришли сюда именно за этим. Крышки, ядерколы.
немножко. 0-1, 0-1, 0-1, 2. Что? Так, ладно, давайте уходим. Мы все собрали. Лайчбокс, троесложный флаг, фрагмент чертежа темы, 2 ядер колы и 6021 крышка. Ну, не знаю. Вроде как и нормально, а вроде как и нет. Но благо задание выполнили. В будущем на этом задании 4. О, 4 ядер колы. Слишком много для возвращения. У нас, конечно, есть 4 ядер колы, но всего 2 получим. Поэтому мы пока что ядер колу подкопим для будущих серий, потому что, чтобы не ждать, вдруг я забуду отправить. И поэтому нам придется ждать. Так, по его следу начнем. Да, потому что 12 часов ждать легче, чем, ну не знаю, 8 ядер колы отдать, что ли. Так, найти подсказки в офисном здании. Ну, такое себе небольшое, приятное. А, точно, лазерные ружья нужны были в этом задании. О, да. Все по одному. Точнее, по одной. Ну, я думаю, мы сможем с ними справиться. Потому что стимуляторов у нас по 25, поэтому мы без труда с ними справимся какого-нибудь. Прям рикошет, да-да-да. Так, стоп. Плазменные, нет, это плазменные винтовки. Да, это не лаз... Ну, с лазерными ружьями мы попозже посмотрим. Так, кирка... Офигеть, кирка. Так, 1-21. Я ему сейчас кирку дам. Посмотрим, как он себя проявит с киркой. Потому что лазерное ружье тут сути нету никакой. То есть, в какую сторону мы бы... Так, кстати, не обязательно убить главаря рейдеров. В какую сторону мы бы не стреляли, мы все равно... Так, это что, чисто женский костюм, что ли? А, жаль, жаль, но все равно, костюмчик крутой. У нас он на одной девахе есть. Офигеть! Вжал ему, да? Охрененно! Кирка крутая. Так, давай, убивай кого-нибудь, что стоишь-то? А что он стоял-то, как вкопанный? Так, антирадинчик. Да ё-моё. Стимуляторы. Крышки. Все есть. Так. Так, и всего-то чуть-чуть осталось. Не успел он множитель урона использовать. Так, ядер кола, слушайте, супер. Сейчас мы еще 3 этажа пройдем. И там пол, еще пол этажа. И все. О, босс. Сейчас на нем ядерку... Ой, ядерку голову скажешь. Этот, используем урон. Трехкратный. Готов. Слушай, там 4 рейдера. И это не босс был. Вот босс. Вот это жесть. Это был даже не босс. Их тут 5 человек было. Блин, даже 6. 2, 3, 4, 5, 6 человек. Вообще жесть. Нет, множитель больше не будем использовать. Это главарь рейдеров, кстати, был, так что... Убить главаря рейдеров, да? Да-да-да, и найти подсказки в офисном здании. Так, легендарная лазерка. Меч легендарный. О, да. Так, и галимый костюмчик. Так, тебе мы выдаем легендарный меч, а тебе мы... Стоп, подождите. Легендарную лазерку, 17-22. Ну, у нас ребятки сейчас будут рвать всех. Слава богу, нас нашли. Помогите нам. Минитмен ушел от нас до того, как мы нашли выход. Сказал, что должны помочь кому-то еще, и исчез. Его звали Престон. Он сказал, куда он идет. Нет, куда он идет. Нам не плевать. Он шел на автозавод, чтобы уничтожить банду рейдеров. Золотой хлам. Блин, еще оружие легендарное. Ну, то есть мы 2 сейчас оружия легендарных получили. Да? Вот у этого парнишки сейчас на выбор. 17-18, ну и ружьишко фиговое. Но суть не в этом, да? Суть не в ружье. Суть то, что у нас лазерная винтовка есть. Так, тут хлам. Антирадинчик. Так, и у нас здесь еще что-то должно быть. Рейдеры, о! Офигеть.
Офигеть. У нас легендарное оружие уже у всех. Нет, ну не у всех почти, да, у большинства есть легендарные стволы. Так, этот 43-го. Этот 40-го. А это 41-го. Да, сегодня они попрокачиваются немножко у меня. Вот еще рейдеры. Четверо. Ну так себе. Так, давайте киркой супер удар. Меч самое главное. Он вышибает 16-28. То есть одним ударом можно просто покрошить человечка. Вот такие вот против когтей смерти, главарей и так далее. Вот такие оружия хороши. Он одним ударом сносит почти все хп. Так, лопата, крышки. О, костюмчик. Костюмчик крутой этот. Костюм дворянина. Кто здесь? О, ратаракан. Ну, это так себе сейчас будет. Ха, все. А, ну только кирка не убила, да. Заменим всю эту кирку на 17-18. Там всего на 3 урона больше, но 17-18 хотя бы понятно сколько. А че он не бьет-то его? Стоп, странно. Костюм клоуна, лопата. Слушайте, а меч-то говно получается. Они не могут нападать друг... ну вот, кто-то перед ним стоит. Он не может подбежать и атаковать. Он просто стоит в стороне. Это плохо. Нет, это реально плохо. Пятикратный урон. Так, вот здесь. Пятикратный. То есть он не может сзади подойти и атаковать начать. Вот, иди. Вот смотрите, видите? Что это за бред? То есть они не могут в упор подбегать. С мечом нельзя подбежать в упор. Это плохо. Так, антирадин. Фрагмент чертежа темы. Нет, реально. О, крутой, крутой лазерный пистолет. Так, давайте сразу начнем с тебя. Добейте сразу рейдера одного. Один готов, второй готов. И все, и видите, он не атакует. Он просто бегает. Вот это плохо. Нет, это реально очень плохо. То, что он не атакует, а тупо начинает просто бегать. Так. Мы, походу, задание-то выполнили уже. Мы здесь просто хлам собираем. Да. Просто собираем хлам. Так. Усиленная плазменная винтовка. Неутомный... Как? Неутомимый. Все. Резак рейдеров, золотые часы, одна ядер колы и 10 114 крышек. Ну, в принципе, хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо. Но крышек, конечно, вот я хочу задания, на которых по 20-30 тысяч крышек. Интересно, будут ли такие вообще... Так, надо все собрать. Потому что здесь можно спокойно получить стимуляторы, ядер кол. Ой, ядер колу скажешь. Крышки. Ну да, крышки мы получаем вот за 28 уровня. Так, 15 тысяч. Улучшаем. До вот такой комнаты. И теперь нам 40 тысяч надо. Здесь 4 дня. Здесь 3 дня. И здесь 3 дня. Кстати, на восприятие костюмчики нужны. Может, у нас есть какой-нибудь? Вот. А, нет, стоп, 2 восприятия. То есть бесполезный костюм. Так. А может, тут что-нибудь есть на восприятие? Нет, тут ничего нет. Так, значит, давайте посмотрим здесь. Тоже ничего нет. Да, нам костюмы на восприятие надо залепливать. Кто там? Скорпионы? Охренеть. Давайте. А! Чё? Серьезно? Что-то быстро какой-то нелепый скорпион был. Так, и последнее задание — вынос мусора. По 3 задания за серию — это реально круто, потому что прям отгули убежище 840. Так, какое убежище? Ну, такое маленькое. Потому что чем больше заданий, тем лучше. Так, у нас, я помню, здесь толстяк, гранатомет и пулемет. Супер. Сейчас мы начнем. Один гуль? Что? Серьезно? Насколько же он крут? Да нет, он не крут. Совсем. Стандарт, среднестатистический гуль. Все, готов. Даже вспотеть не успел.
Так, 50 уровень, 50 и 50, да? Все трое с 50 уровнями? О, это вообще сейчас будет жестко. Опять один гул. Блин, слушайте, вот мне кажется, против толпы рейдеров поможет три управляемых толстяка. И попугаи еще, которые урон прибавляют. Так, нитки — это хлам. Тут всего 4 этажа в этом убежище. Так, опа, большая комната. Да, легендарный. Смотри, так медленно летит. О, волна радиации. Это не страшно, мы, ребята, крепкие. Нас такой фигней не возьмешь. Тем более мы уже одного уложили. Вот этот ракета прям... Не, ну, так эпично летит вообще. Так, здесь у нас крышки. Антирадин, само собой. О, и форма. Ну, формочка, кстати, так себе. Там 4 прибавляет. Стоп. 4 харизмы вроде дает. Так, здесь у нас чертеж темы. Так, там ничего больше? Хм, странно. Так, и 2 этажа осталось всего, да? Да. О, вы определен... Ну, сведущий в таком роде делах. Мы хотели сделать вас почетными рыцарями Братства Стали. Добро пожаловать в команду. Это честь для нас, что нужно сделать. Еще одному отряду в офисе Робко нужна ваша помощь. Чертеж темы. Еще один костюм дворянина. Супер, но дело не в этом. Робко, это еще один... Короче, тут вроде можно броню получить. Вот эту вот броню. Слушайте, броня-то у них реально классная. И вот можно одну такую броньку себе получить с задания. Силовую броню. Да, вот в силовой броне нам, конечно... Че, серьезно, такая гигантская комната и один гуль? В силовой броне нам будет трудно, чтобы нам кто-то навредил. Но множество мы используем в этой комнате. Потому что, ну что нам на... Там у него пол хп осталось, смысл нам использовать на него. А, тут даже 2 комнаты. Так, и в одной из них сразу же пусто. Нам бы попугаев на урон. Так. Все, что ли? Серьезно? Да, я рассчитывал на больше. Ладно, возвращаемся. Фрагмент чертежа тем, костюм дворянина. Всего 950 крышек и 0 ядер колы. Как будто просто так, зря сходили. 950 крышек, но это реально очень мало. Это дико мало. Вообще. Даже я ускорять вас не буду. Зачем вы мне тут нужны? Мне легче в пустошь вон на ребят отправить, чтобы они меня стимуляторов, крышек... Ой, стимуляторов, крышек этих принесли, ресурсов нормальных. Мы сейчас, кстати, так и сделаем. Так. Нет, тебя мы пока что оставим. Вот костюм дворянина. Да, иди. Покажи себя. Дадим тебе 15, 20. Давайте дадим антирадина и десяток этого. Все, беги. Так, и нам надо питомца. Питомца ему дать. Питомца. Так, еще питомцы есть. Так, собака — это на прокачку. И кот. 14 опыта. Так, кому бы дать, кого бы еще отправить? Вот. Нет, тебя. У тебя первый уровень. Ну ладно. Дадим тебе 25 стимуляторов. Ты себя там прокачаешь. Потому что я с трудом сомневаюсь, что ты сможешь выжить в пустоши. А здесь... Нет, пятнашка мало. Много, да? Хотя давайте пятнашку. Все, в принципе. Так, что у нас по складу, по питомцам? Ничего. По хламу у нас, как обычно, больше, чем надо. По костюму все нормально. Так, давайте, кстати, используем ядерколу. И вернем кое-кого. А это, если быть точным... Вот вас. Потому что там легендарный чертеж оружия. И вот эта броня для девчонок. Хорошая, кстати, броня. У нас в ней кто-то бегает. Один. Я не помню, кто точно. Но кто-то бегает. Так, собираем. О, бита из гидранта. 19-31. Мы ее создадим, если у нас ресурсов хватит. Так, столовая института, столовая подземка и столовая жилая комната Братства Стали. Ну, такое себе. Так.
Этих троих мы сейчас отправим на другое задание. Там по-любому сейчас какое-нибудь новенькое крутое задание у нас есть. Во! А, нет, это подготовка королей пещер. Задание дня. Три ядерколы с другой стороны. Ну, пока я не горю желанием. Вот. Подставка. Вот так. Голод. Так, замените голод в убежище 226. Не, мы не пойдем пока туда. Так, опять рейдеры у Корвеги. Поищите так, что? Крестону на заводе Корвега. Блин, не хочу я такие задания выполнять. Но, блин, почему это обязательно надо бежать с этими лазерными ружьями? Но они же голимые, мягко говоря. Что у нас на складе? А, у нас два есть. Так, вот это мы разбираем на ресурсы. Так, и это мы тоже разбираем на ресурсы. Так, остальные пушки мы сейчас дадим кому-нибудь. О, парнишка прокачался. А что ты себе вкачиваешь? А, выносливость 2 всего лишь. Ну ладно. Так, ладно, мы все равно отправим на задание их на какое-нибудь. Хм. Я, наверное, это задание отправлю их и, может быть, даже выполню его не на запись. Так, потому что смысл. Так, давайте отправим... О-о-о, стоп, что-то пошло не так. Так, лук, у тебя же... Ну да, восприятие, все нормально. А почему нет? Стоп, а какой там уровень-то нужен на этом задании? 40... А, 41-й, аулу какой? Аулу 40-й... Ой... Блин, вот такая подстава. Не, мы тогда не пойдем туда. Так, а, вот 40-й уровень. Худший тренер в мире? Не. А, лабораторные халаты нужны? Вот, 46-й уровень. 42-й, 30... Вот, 38-й. А, блин. Да что же за жесть-то такая, а? Ладно, отправим этих ребят на задание в... Вот это. За как раз за лабораторными халатами. Так, а где лута? Илу опять здесь нету. Ладно. Пойдем без Лу. Так, тогда отправляем Денниса. Потом... Броди. И, пожалуй, нашего Андрейку. Нет, стоп, нафиг Андрейку. Отправим Джона, Джонни Стоуна. А остальных, кто с нами сейчас не пошел, мы отправим в этот в пустошь за ресурсами. Все, поехали. Кто там? Тараканы. О, ну тараканы это так себе. Совсем несложные противники. Сейчас мы их быстренько там разложим. Слушайте, а мы не можем их быстренько почему-то разложить. Что-то мы как-то их медленно раскладывали. Ну ладно. Так, водичку еще с едой заберем. Еще водичку с едой. Так, у нас остался ты. С мечом, блин. У тебя вот всего лишь 41 уровень. Тебя надо, не знаю, подкачать что ли. Так, иди вот тогда вот так вот. Первый пошел. Так, а, и ты пошел вон отсюда. О, так, все, поехали. Нам бы животных побольше. Зря, кстати, мы животных отправляем с ребятами. Надо животных только выдавать на задание. Но это здесь всегда останется, потому что он таинственный незнакомец ищет, который, кстати, пришел. Или мне показалось. Мне кажется, показалось. Нет, не показалось. Вот здесь эта собака помогает. Два с половиной раза. Два с половиной раза. Как это назвать, не знаю. Появляется незнакомец там на два с половиной раза чаще в этой комнате. Так, ну эти комнаты, само собой, забиты у нас собаками, которые дают нам стоимость ресурсов. Плюс, а точнее, стоимость создания минус 7, минус 8. И наш Пиксби, который... У кого? Вот у этого парня. Стоимость создания минус 26. Так, кирку мы меняем вот на это. Дальше. Парнишка с дробовиком. Мы тебе дадим плазменную снайперскую винтовку. Так, и давайте посмотрим. У нас же есть какие-то нубовые ребята с автоматами. Вот, вот эти 8-9. Так, дадим 17-18. А, вот плазменная винтовка. Все, все. Сейчас, сейчас, сейчас все будет полегче.
Сейчас мы найдем плазменные винтовки, у кого здесь есть. Так, тебя мы забираем на кулак и выдаем тебе плазменную винтовку. Да, прокатывает. Такая хитрость реально прокатывает. Так, что здесь? Плазменная винтовка, забираем. Так, у кого тут из вас еще? Ой, тебя мы тоже забираем. И у тебя забираем. Выдаем тебе плазменную винтовку. Нет, не меч, а плазменную винтовку. Тебе выдаем. Стоп, давайте просто сейчас кому-нибудь выдадим плазменные винтовки. Да. А потом поменяем их на огнеметы. Так, давайте заменим их обратно на огнеметы. Так, тут все нормально. Так, тут кирка нормально. Так, тут плазменную винтовку мы снова меняем на огнемет, а здесь на гаусс. Так, и выдаем вам плаз 17-18. Так, это нормально. Огнемет 15-19. Мы выдадим на 17-18. Здесь мы выдадим плазменную винтовку. Так, даем тебе плазменную винтовку. Кстати, что у нас с заданием-то? 5 из 9. Так, стоп. Тогда давай тебе обратно отдадим твою... Тебе меч отдадим. А, нет, стоп, ты у нас слабенький всего лишь. 15-19. Так, и вернем плазменную винтовку девчонке. Так, а что у нас по оружию-то осталось? У нас остался гаусс и пара автоматов. Гаусс мы выдадим, пожалуй, кому-нибудь здесь. Нет, хотя там и так пушек много. Так. Вот тебе выдадим гаусс. Так, а это мы разбираем. Да! С плазменным, конечно, винтовкой. Ой, точнее, не с плазменной винтовкой, а неутомимый резак рейдеров. С ним есть проблемы. С ближним оружием, в общем, проблемы здесь серьезные. Пока ты не нацелишься на кого-нибудь, оно тебе не поможет. Так, поэтому у нас дальний бой. Здесь улу дальний бой. Так, здесь тоже... А, вот здесь как раз ближний бой. 25 крышек уже. Но ему-то и нужен дальний бой. Так, тоже 25 крышек. Винтовка. Первый уровень. Оу. Так, здесь вот еще 25 крышек. И Дэн с первым уровнем. Так. А тут по гранатомету и по всяким протекушкам много. Так. Я даже не знаю, может вернуть их и отправить на другое задание. Они, в принципе, ребята прокачаны. И 950 крышек нам пригодится. Давайте вернем их. Жаль, что без ядер колы вернулись. Так, зато жилая комната Минитмены, жилая комната Братства Стали принесли нам ресурсы. Так, эту комнату, кстати, прокачиваем. Нам нужна еда, вода. Так. Давайте поторопим наших ребят. Кстати, а где третий? А, вот она. Так, собираем. Кстати, кто у нас там? Луиза. Потом парень в костюме, это тот. И девка в форме, это Шарлотта. Давайте посмотрим, на какие задания мы можем отправить эту великолепную банду. Смотрите, награда неизвестна. Вот 40 уровень, мы их вот сюда отправим. Так, Шарлотта, тот и Луиза. Дадим им 25 стимуляторов, пинка под зад. И пусть развлекаются. Так, но перед этим... Да, 25 антирадина еще дадим. Так, но перед этим посмотрим на форму. Вот, вот, 2 в интеллекта. Да, вот эту форму я хочу ей дать. Все, начинаем задание. А, когти смерти. Да вы шутите, блин. Когти смерти. Блин, слава богу, у нас с антирадином все хорошо. Так. Плевать, мы там разберемся. Хотя... Ладно, тут он карабин института и все такое. Так, тут кому-то стимулятор понадобился. Так, кто тут у нас сразу начинает сливать? Вот эта девчонка. Так, ну мы одного зачистили уже. Двоих убили. И последний остался. Так.
Так, и осталась вот эта комната. О, сдох сам. Его этот добил. Робот. Молодец ты, моя прелесть. Мистер помощник. Мистер помощник, это прям прелесть. Так, что у нас тут по костюмам? По питомцам пусто, по костюмам нормально. А, лабораторный халат только. Опа, задание. Да, супер, супер, супер. Поехали. Так, Брайан обнаружил супермаркет. Хотите, чтобы он вошел внутрь? Само собой. Да, хорошая такая под конец серии. Бонус замечательный. Так, кого там надо убить? Уничтожь рейдеров. Ну да, в супермаркетах всего два этажа, как обычно. Супермаркеты, домики всякие и так далее. Только интересно, а он какого уровня? И с чем он? А, ты 41 уровень? Ой-ой-ой. Ну смотрите, они вчетвером его атакуют. Один готов, два удара. Ну да, 18, 16, 28. Того стоит. Смотрите, он почти убивает. То есть, если он 28 вынесет, мне кажется, он убьет просто. Хотя, ну, два удара надо, да. Это вот супер. Так. 17 стимуляторов всего. Один использовали, двоих уже завалили. На очереди третий. Третий готов. Просто складывай так кучкой. Мы сейчас тут и стимуляторов, и антирадин, и, может, пушек разных найдем. Но хлам точно будет. Если легендарный, это вообще супер. Все, четвертый готов, и остался последний. А внизу может быть житель. Вот в чем еще плюс. Используем на всякий пожарный. Я не знаю, кто там внизу будет, но скорее всего там может быть житель. Так, крышки антирадин, два стимулятора. Поздравляю тебя, Брайан, с 42 уровнем. Блин, слушайте. Антирадин 14, 18 стимуляторов. Хоть бы здесь был кто-то для убежища. А, рейдеры? Блин, жаль. Ну их всего двое. Трое. И они слабоватые. Блин, слушайте, ну не настолько. Будь там 10 рейдеров, да, то мы бы сносили самого собой по одному удару. Двоих, наверное, с удара. Хотя, не факт. Да, это я же забыл, что количество здоровья зависит от количества человек в комнате. Вот, за два удара он сносит их. Этого можешь за 3 снести. Потому что он ему не так много отнял. Да, за 3 удара. Это какой-то кусок железки, да? Прикрученный какой-то водопроводной трубе, как куском резинки. Так, о, стимуляторы и золотые часы. Так, о! Приветствую тебя, ценитель искусства. Довольный. Так, военной кухни. Хочешь изучить наше меню? Ой, ну нет, на самом деле я хочу тебя убить. Я просто хочу быть немного вкусной жратвы. Это ты немного меня удивила. Супер любитель пожрать, да еще и сноб. Хм. И варваром. Так, и варваром после этого называют меня. Босс. Ай-яй-яй. А вот это вот печально. Это печально в плане того, что мы помереть можем. Пустоши. Она еще сейчас гранату бросит. А почему гранаты не ранил только меня? Так нечестно. Так, нет, это мы сейчас добьем по-обычному. А вот одного из них убьем множителем. Все, готово. 5-кратный урон. Ха-ха-ха. Так, и остался последний. Рейдер, жалкий рейдер. Все. Крышки и 3 стимулятора. Итого у нас 27 стимуляторов и 14 антирадина. Замечательно. Все, выходим отсюда. Что же мы получили? Золотые часы и 1787 крышек. Вернуться в пустошь, само собой. Как же без этого? Жалко, что ядер колы 0. Ну да ладно. Это все равно того стоило. 1787 крышек. И золотые часы. Слушайте, топовый хламчик. Топовый хламчик нам очень нужен. Его нам нужно как можно больше, потому что я, скорее всего, вот я не знаю точно, но я создам себе либо еще по одну комнату оружейную, либо еще одну комнату формы.
где они нам шьют костюмов. Либо я каждый по комнате еще создам вот здесь. Вот, например, здесь и здесь. Или здесь, вот и здесь. Но я не знаю точно, но вот реально хочется взять просто и построить еще по одной комнате. Где они у нас тут? Вот, нет, мастерская тем нет. Мне это не нужно. Так, мастерская тем. Вот, мастерская костюма стоит всего 200. То есть этаж. Вот этаж один нужен, да? И все, всего 200. Потом, да, я понимаю, ее прокачать там 90 тысяч надо, 45 тысяч прокачать, чтобы вот создать легендарку собирать. Но это всего лишь время, то есть... Ну да, я создам по еще одной комнате. Сейчас мы вот даже немножко почистим этажик. Так, где у нас тут лифты? Так, этаж сейчас почистим немножко. Построим еще один лифт. Все. И будем в следующей серии, наверное, уже строить все, потому что у нас... Кстати, что у нас по складу? Так, здесь легендарка. Так, костюм клоуна. Так, и все, в принципе. Так, дворянина в костюме. Мы костюм борца дадим. Эти мы костюмы вообще продаем. Нафиг нам эти костюмы. Хлама и так у нас куча. Если что, у нас вон несколько в пустоши бегает. Мы спокойно сможем себе отгрохать все, что надо. Так, вот оружейная мастерская. Так, строим оружейку. И в оружейку надо кого-то... Стойте, сколько стоит? 8 тысяч всего лишь. Ох ты так. 8 косарей. Да, надо кого-то в оружейку отправить. Надо кого-то отправить в оружейку. Так. Слушай, что у тебя по статам? Иди-ка ты в оружейку. Иди в оружейку, будешь мне предметы создавать. Так. Хотя тебя тоже надо отправить в оружейку. Так, забираем у тебя собаку. Собаку даем вот ей. Время. Вот 7.46. 7.18. И ты тоже иди в оружейку. Будьте вдвоем тут, блин, пучковаться, пушки мне создавать. 8 тысяч наберем, хотя бы синие сможем создавать. Да? Я надеюсь. Потому что если сейчас мы чисто хлам сможем создавать, всякий, да, всякий хлам создаем, только хлам. Так что... Идите-ка вы трените обратно. Пока 8 тысяч мы не наберем, нам там бесполезно ждать. Так, сила восприятия. Тебя отправляем на восприятие. Там 3 человека. Да, в комнате 3 человека всего. Да кто там еще? Рад тараканы. Так, а тебя вообще надо отправлять на удачу, потому что у тебя удачи мало. Че, не все, что ли, еще? Слава богу. Так, а тебя мы на удачу отправляем. Все, качайтесь. А мы уже в следующей серии продолжим. Будем 8000, я надеюсь, к нам ребята вот эти вернутся, да? Вот задание. 8 часов. Час 52. 59, 10 минут всего лишь. 14 минут, 18 минут, 19 минут и 6 часов. Да, вот, кстати, уже плюс 3 пушки. Две, одну из которых мы будем использовать, две мы разберем. Вот это мы тоже будем использовать, это мы разберем. Хлам, само собой, мы будем использовать. Так, ладно, будем на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока.